13 сентября в Москве в мемориальной синагоге на Поклонной горе состоялся торжественный прием Общественного совета Российского еврейского конгресса. На приеме был вручен специальный памятный знак «Тикун Олам». Он был учрежден как знак признательности членам Общественного совета Российского еврейского конгресса, внесшим наибольший вклад в благотворительную деятельность организации за прошедший год. Уже второй прием Общественного совета Российского еврейского конгресса, первый был в прошлом году, и мы пытаемся создать традицию, и мы второй раз в этом году будем награждать наших волонтеров, которые, как я уже сказал, часто являются членами общественного совета, награждать нашими такими почетными знаками памятными. Они очень хорошо запоминаются. Самый известный волонтер, который остался нам от советского прошлого, был лидер советского государства в первые его годы Владимир Ленин, который всем запомнился бревном, которое он нес по Красной площади. Мы нашли это бревно, разрезали его, и нам на много-много лет хватит дарить нашим волонтерам вот этот кусочек от знаменитейшего, одно из самых знаменитых бревен в мире. Есть еще бревна с медведями, но когда у нас закончится это бревно, мы найдем шишкинские и будем продолжать дарить волонтерам срезы с этого бревна. В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства, журналисты, научные и общественные деятели. 25-летней деятельности РЭКа, и я просто не знал, насколько это мощная организация, какую помощь оказывает местным общинам и всяким мероприятиям, благотворительный фонд. Так что дай бог, Адмея Весрим. Прошедший вечер стал вдвойне праздничным, так как был приурочен к Рош ха-Шана, Новому году по еврейскому календарю. Торжественный прием завершился концертной программой.